Скандал с бизнесменом Александром Баталовым получил продолжение. Пресненский суд Москвы принял решение арестовать предпринимателя на 2 месяца. Это видео сегодня тиражируют практически все федеральные каналы. По этим кадрам и не скажешь, что человек на скамье подсудимых влиятелен и уважаем в Краснодаре, Красноярске и Москве. Поэтому, решает суд, он может повлиять на свидетелей. Отсюда решение. Первое причине в виде заключения по страже до 21 января 2014 года. Бизнесмена в крае знают как крупного инвестора, владельца нескольких бизнесов, человека, вхожего в кабинеты власти, а также как свата губернатора Краснодарского края Ткачева. Сын красноярца женат на его дочери. А сейчас Баталова обвиняют в том, что он якобы был посредником в даче взятки. По официальной информации МВД, некий предприниматель передал ему 10 миллионов рублей за помощь в предоставлении муниципального земельного участка под строительство торгового центра. Причем часть указанных суммы предназначалась представителям администрации Красноярска. Сегодня это прокомментировал Эдхам Акбулатов. В отдельных изданиях упоминаются различные фамилии, в том числе и моя фамилия, что взятка предназначалась мэру города Красноярска, Акбулатову Эдхаму Шукриевичу, взятка в размере 10 миллионов рублей. Меня, как человека, как гражданина, возмущает такая информация, потому что я ее тоже черпаю из средств массовой информации. Я надеюсь, что следствие, которое сейчас будет проводиться, расставит все точки над «и» в этом вопросе. А в сети уже активно обсуждают, что случаи, когда скандалы с такими персонами всплывают на поверхность, не случайны. Блогеры выдвигают версию, что таким образом кто-то пытается бросить тень на губернатора Ткачева. Скандал с родственником Баталовым для репутации явно не плюс. По такой версии Эдхам Акбулатов просто попал под раздачу, что называется, за компанию. Другие пользователи сети спорят. В России живем, со взятками все понятно. Точки над «и» расставит следствие и, кстати, служебное расследование Красноярска администрации, которое инициировал мэр Красноярска.